господа! Тут победители 74-й голодный день. Кейтис Эвердин и Пит Миллар. За колонию ее принимают. Она просто хочет спасти свою шкуру, только и всего. А для них она стала лучом надежды. От нее надо избавиться. Что скажете? Я согласен, что она должна умереть, но в нужное время и нужным образом. Кейтис Эвердин стала символом. Надо уничтожить этот символ, показать, что теперь она одна из нас. Пусть они поверят в это. Они так возненавидят ее, что убьют сами. С возвращением домой ничего не закончится. Что надо делать? Сейчас ваша главная задача